29 мая, если верить прогнозам, нас ожидает ясная, но ветреная погода. В Сарове утром плюс 9, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Ночью плюс 12, ветер западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями. Утром плюс 10, днем столбики термометров поднимутся до плюс 21, ночью плюс 13. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В столице солнечно, утром плюс 10, днем до 23 градусов тепла, ночью плюс 14, ветер западный до 5 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.